have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Ладушки. Сегодня Арсенал, как ни удивительно, но со мной не будет кота, который постоянно не хочет играть в Арсенал. С нами не будет чайника, который всегда всех убивает во всех шутерах. Да, пойду сегодня просто. Знаете, как-то захотелось немножечко отпуска, поэтому. Блин, я зашел в команду с тремя людьми. Really? Ладно, поехали. Это реально команда с тремя людьми! Я что-то сейчас не понял, он же синий. Я в него стрелял, вы видели, что я прям понял. Иди к черту. Перезаряди, пожалуйста. Да, я не попадаю, я косой. Вот, нет, в этот раз я косой, я абсолютно согласен. Но прошлый килл я стрелял прямо по чего... Нормально, второй раз я понял. Минуточку, у нас пинг такой страшный. Get well soon, отличная карточка. Поправляйся скорее. Наконец-то я его убил! Двоих убил? Да, двоих убил. Найс. Хорошо, у нас автоматическое оружие, что ли? Карта на автоматическом. Это хорошо, это прикольно, это мне нравится. Я не сказал, что я буду хорошо играть, я сказал, что я буду один играть. Тварь ушел. Нет, 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 нет. Это перезарядка. Она меня убьет. Скорее. Скорее. Спасибо. А. Все равно этот чувак меня и ушатал. Ай. Я уже давненько не играл в шотаны в Роблоксе. Ну как давненько? У нас недавно выходил Ragdoll Universe. Я не знаю, сколько это шут... Нет, но это тоже типа шут... Ого, я видел тебя, вон ты где. Но попасть в это абсолютно нереально. Стой, да-да-да. Я пошел на обед перезарядку. А, все, понятно. Сколько я успел? 4 человека? Ну хоть что-то, ладно. Разминочная карточка была. Посмотрим еще, что у нас по команде. Как кого раскидает. Хух. Agency. Да, я, наверное, возьму Agency. Это хорошая карта. Railgun нет. Concussion. Shotgun only. Давай давайте попробуем. Мне интересно. И две команды. Ну, я не знаю, вряд ли это выберут. Оп. Оп. Так, голосуем за карту. Карта... А, естественно, моя карта не вылетела. Наверное, еще и мой режим не вылетел. Сейчас посмотрим. Railgun Royale, ага. А, это будет сейчас плохо. Минус! Размен. Ну, меня убил другой чувак, но все равно я кого-то забрал. Это приятно, это хорошо. Где они? Where are they? Проще было бы, наверное, оттуда как-то хантить. Но я хочу хайграунд. Я долго целился, я знаю. Ай-яй-яй-яй. Ай-яй-яй. Я так промазал эпично сейчас. Так, тут никого? Тут кого? Тут кого? Блин! Блин, я чуть-чуть совсем промазал. Ладно. Ладно, ладно, ладно. Все равно пока неплохо идем. Пока неплохо. Да ну, я запутался в этом. От первого я увернулся, от второго не вернулся, потому что зап... стоп. Нет, осьминожка! Отвали! Отвалишка! Она очень хорошо играет. Погоди, это которая, у которой 12 киллов, та, которая на первом месте, это она? Кто? А! Да нет, погоди. У меня просто индикатор показывал, что совсем с другой стороны ко мне прилетело. Да как я сейчас-то промазал? А, да, осьминожка победила. Это она тут ходит, раздает
15, смотрите, какой страшный отрыв, 15-11, и у остальных там 3-4, и вот я там в этой же троечке затесался. Давайте вот это, стандарт, я бы еще раз хотел автоматик, если получится. Ну, по крайней мере, в этот раз я не вижу каких-то читеров, да, вон есть парочка скилловых игроков, но я не вижу читеров, так что, ну, не вижу смысла гореть. Ну, кто выбирает матрицу? Это отвратительная карта. Хорошо, хоть стандарт выбрали. Томми Ган. Ну, ладно. Следующий Томми Ган. Пока что Мак 10. 97 хп чуваку снял. Ну, чувиха, чуваку, не знаю кому. Видел тебя. Но это было слишком. Вы чё? Просто свалил оттуда. О, добили, молодцы. Спасибо. Ну-ка. Чувака просто распотрошило случайно. Нет, это была ошибка. О, еще какого-то чувака мне ассист дали, спасибо. О, вулканы. Не-не-не-не-не. Это не моя пушка. Хотя, не, нормально, моя пушка, хорошо. Да я там кого-то видел? Черт. Ага! Я только заметил, нашпиговали моментально. Так. Вон там. Наверху, что ли? Вон там, наверху. Да, попал. Нормально. О, двойной кэнди миниган. Иха. 40. Добили. Молодцы. Что? Откуда? Из чего? А, я понял, из бара-то. Окей, не удивляемся. А, хорошо. Heartless. Хорошая тоже обложечка. Гравитация. Да попади ж ты этим снежком. Спасибо. Я сейчас на снежке застряну. У меня и так не... У чуваку уже по 15-20 киллов. Красавчики. Ну да, ну да. Пошел-ка бы я нафиг. Ну мне хотя бы ассист дайте за это. Ну, ясно. Олефантен. Кстати, другой чел выиграл, смотрите. А 8 киллов. Нормально, нормально, нормально. Это такое разогревочное. Я же говорю, пришел сюда, я давненько уже не играл в арсенал, пришел разогреть. Давайте в сейфхаус. И вот, и автоматик. Пожалуйста, выберите кто-нибудь. Будьте людьми. Сейфхаус выбирают. И вроде автоматик тоже выбирают. Сейчас посмотрим. На сейфхаус там прикольно. Там есть несколько таких позиций. Просто сорви голова. Заходишь, такой... Ладно. Так, да? Ну-ка. Нет, сейфхаус не выбрали. Чёрды. Возможно. Но я еще не с той стороны. Не люблю эту сторону. Сейчас тут появится. Мне больше нравится вот с этой стороны. Надо здесь... Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй! Вас там двое, вы чё? О, убили. Да перезарядись ты. О, офигеть! Как вовремя-то. Блин, с этой пушкой я остановлюсь, кстати, медленней. Это печально. Есть. Nice headshot. Неужели я начал разогреваться? Знаменитые последние слова. А, да, согласен, вылез на троих сразу же. Расхватали, как горячие пирожки. Кому-то раздал. О, одного прибили. Там был еще второй человек. О, КК. Ай, блин. КК-47, фиговая штука. Ну, ладно. Попробуем сейчас кого-то ушатать из этого тоже. Вон там, я смотрю, кого-то поливают. Бам. Нет! Фух. Это был просто подавляющий огонь, если что, пока я восстанавливаюсь.
Есть. Ёлки! Я честно хотел добить его в этом, в рукопашку. 54. Перезарядись! Блин, кнопка не всегда с первого раза реагирует так, как мне хочется. Есть, минус. Их там просто немерено! Из-за стенки, схватили за задницу. Мим! Чертов мим! Я его поздно заметил. Есть. Чпок! Давайте, ребят, поехали. Ай, вот сейчас вообще не попал. Из автоматического оружия понаполивал так вот. Никуда. Хэдшот! Нет, не хэдшот, но тоже хорошо. Есть. Сняли. Вообще не туда все. Я вижу там. I see almost dead people. Осьминожка! Get well soon. Что-то не знаю. Я вроде вижу людей, но вроде как-то. Оп, этого убили. Этого убили. Центр плохая идея. Плохая идея, центр. Центр это плохая идея. Ты, гля, живой остался. Вокруг его головы там просто 5 разных пуль прошло. Не знаю, что с этой МПшкой было. Есть. Моментально сняли. Но это, кстати, хедшот был. Хедшот. Да-да-да. Да, хорошо, хорошо. О, привет. Ничего не попал. Вся обойма в никуда. Наконец-то. Наконец-то. Уи-и-и. Где к нам идут? Где, где, где? Да, это нормальный вообще? Взял одного, скосил вообще ни за что. Второй. Меня... А, это как? Ты из-за уга вот так вот? Нельзя так из-за уга стрелять. Дружище. That was juicy right there. Кто? А с чего? Ты что, читер, что ли? Перезаряди. Я знал, что ты здесь. Знание силы. Убейте их. Третье место, я разогрелся. Есть! Антитиммер, кстати, первое место. Антитиммер. Ксенокатри и я. Третье место. Я на автоматическом оружии. Сразу неплохо пошло. Пойдемте. Наверное, на бульвар можно бы сходить и на пистолетах. О, было бы, кстати, интересно. Пойдем попробуем. Сейчас посмотрим. На самом деле, просто автоматическое оружие в этой игре у меня самое любимое, поэтому, пожалуй, мне режим автоматов нравится больше всего. Так, опа. Рандомайзер. Хорошо. Кстати, карта, ну, карта неплохая. Да и против рандомайзера, наверное, у меня никаких претензий нету. Вон, я его вижу. Не, мне дали ассист. Я думаю, что, а где ассист? А вот он. Ты не офигел? Взял, понадкусывал и выплюнул. Ну я же по... Да, спасибо.
Я же попал, хотел сказать, дайте мне тоже ассист или килл за нее. Так. Попробуем сбоку. Аптечка. До свидания. Минус два. Неплохо, неплохо идем, кстати. Где? Вон. Вообще не то, вообще не то. Да, блин, я растерялся. Чувак с ирокезом. Я, по-моему, даже в него его коснул разочек. И тут... Не туда. Поехали. Я не понял, где. То есть, тут я один и никого нету, тут вся наша команда и тоже никого нет. Но кто-то кого-то стреляет. О, первый ассист. У кого-то уже золотая пушка. Ой, калибри. Привет. восемь, неплохо, критом. Ай! Чувак на крыше как раз понул. Кто там сверху такой умный? Так, Нейлган. Как он на крышу попал? Неплохо, неплохо, неплохо. Прям неплохо было. А, офигеть, я и 89 настругал, вы чё? Нет! Да шо я по трупам-то стреляю? Какого фига? До свидания. Блин, ракетник мой был. Все над головами. Даже первый выстрел дергается, как не знаю, что. Уйди! Уйди! Аптечку. Аптечка исчезла. Фигово. Еще и патрон заканчивается. Вообще супер. А, чувак на крыше. Не знаю, почему. Антитимер, кстати, опять победил. 52 килла на... Минуточку, тут было до 50. Как он 52 килла настрелял? Вы че? Это как вообще? Ого. Ладно, давайте еще одну карточку. Можно... Пойдем все-таки на бульвар хочу попасть. И стандарт. Monkey Business, не знаю. Он... Коту нравится, но сегодня мы играем без кота, поэтому... Блин, люди сейчас выберут Monkey Business. Поехали посмотрим. Кстати, 90 левел. Я вот все жду. Ну, жду. Ждун такой сидит и ждет, пока у него левел наберется. А стандарт? Да нет, в принципе, норме. Карта хорошая. Мне нравится. Сейчас мне сбоку прилетит. Вот отсюда где-то. А, нет. Сейчас сбоку прилетит. Бах, прилетает спереди. А, Пикачу такой. А. Блин, оно же где-то там. Где, где, где? Я не вижу. Фишка в том, что там их предугадывал. Здесь я пока что не вдупляю. Где они? Да вот плохой переулочек, куда я сейчас пошел, тут зажать могут. Есть. Ой, ракет теперь с нами. Хорошо. Я не уверен, что я раньше видел эту пушку. Попасть можно, пожалуйста? Хаш папи, ну да. Ну да, ну да, пошел я нафиг. Ёлки сзади, кто? Разговор слепого с глухим, просто два косых стоят, перестреливаются, никто ни в кого не попадает. Из как? Вы чё? Откуда?
Это что сейчас было? Чувак просто вылез, бах-бах-бах, хедами положил сколько? 2-3 человека. Это как вообще? Из чего? Ну, я понимаю, что там из пейнтбола, но... Ну... Правильно? Это же неправильно. До свидания. Наконец-то хашпапис оправдался. Было бы неплохо его убить! Спасибо. Наверх. О, спасибо. Убил! Убил таки. Ну да, помог кому-то убить. Один чувак мне помог убить, потом я ему помог убить. Нормально. Ассисты! Я видел его. Да ну, я вообще не с тобой разговариваю, блин. Ты, короче, этот, не этот, совсем. Знаете, в чем прикол? Я попал на 4. На 4. Смотрите, что он делает. Он просто идет, аннигилирует людей. Ну вы чё? Отличная была идея, да? У чувака снайпа, я такой с дробаша ему. Привет, на 14. Он мне из этого бах, даже не в хэд, просто. Ай, гениально. Ну зачем я это сделал? Да я... Я нажал. Я честно нажал, я выстрелил. Это произошло на долю секунды позже, чем надо. Ага, до свидания. Ага. Не, ну а как еще с дробашом? Что, в открытую, что ли, ходить? Оп, кого-то зажмурили. Еще кого-то зажмурили. Я по двоим, кстати, попал. До свидания. Что если... Иди ты нафиг! Я на сколько? На 65 ему попал. На 65. Офигеть! Я видел, что у него Баррет. Я думаю, сейчас высунусь и перестреляю. Ага. Да-да-да. Кого я собрался тут перестреливать? Так, это уже дохлое. Нет, вон там живое. Черт, мимо. Штанга! Есть! Хедшот! Это был... Я смотрю, у него что, золотой пистолет, что ли? Я его из калибри не перестрелял. Блин, опять последняя пушка раунда это калибри. Я знаю, тут есть прицел, не надо мне об этом писать. Нет, можете, конечно, написать на это. Ай, я мог тебя убить. Мим. Ладно, это было на самом деле прикольно. Парочка очень крутых киллов было. Я там какое-то 30 какое-то место, ладно, 7-е. Вот, но парочка очень крутых киллов было. Во-первых, как я чувака из снайпы шотнул в воздухе в голову. Во-вторых, как я сейчас из калибри чувака тоже расфигачил. До этого, не тогда, когда промазал всю обойму. Ладно, ребятушки, думаю, тогда на этом все. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем ладушек, всем покеда.